Всем привет! Сегодня будет, наверное, альбом один из моих самых долгожданных. Это будет Мамаму, их июньский камбэк, да? По-моему, 2 июня вышел альбом. Вау, как-то так называется. Вот. Мне все понравилось. Нет такого, чего мне бы не понравилось в этом альбоме. Упаковочка, да? Ой, что-то... А, нет, это просто, я думала. Ну, такая, знаете, стандартная упаковка Мамаму. В принципе, такая же, как и Reality in Black, такая же, как Travel, как их старые все альбомы, которые я бы, наверное, хотела собрать дискографию Мамаму. Может быть, когда-нибудь этим и займусь, не знаю, посмотрим, но я очень сильно хочу. А мне нравятся они такие яркие, красивые вообще. Так, ну, тут такой бежевый цвет и тоже такое приятное. На ощупь упаковочка такая же прорезиненная. Так, ну, здесь у нас Мамаму. Здесь очень красивая задняя. Так, это... Я сначала, слушайте, думала, что за рисунок? А эта рука держит цветочек? По-моему, цветок. Так, вообще, короткое название «Вау», да? Но вообще «Where are we?». Ну ладно, так, вот коротенькое название, вот так, вот коротенькое название альбома. Я, естественно, смотрела распаковки, потому что обычно, когда я не предзаказываю, и когда мне приходит уже после того, как все люди распаковали уже, там, не знаю, вот проходит время, естественно, я смотрю, мне интересно, что вообще в альбоме. То есть то, что обещали, или, допустим, совсем что-то другое, какой фотобук, да, вот. Но здесь я в восторге уже, поэтому я не знаю, сейчас я открою, там сразу идет фильм или нет. Ой, сразу фильм идет. Сейчас я тогда, сейчас я уберу, потому что мне тоже интересно, какой фильм, он тоже рандомный, поэтому сейчас я достану. Так, диск у меня попался с Queen. Так, наверное, не достать его или достать? Знаю. Что-то как-то я не могу все время достать диски у Мамаму из альбомов. Я даже не знаю, как к нему приспособиться, как его достать. А вот, очень красивая фотография, очень красивая. Вот так будет смотреться. Очень красивая. А я почему-то не удивлена, что мне попалась Queen, потому что, если смотрели мои предыдущие, кстати, такая еще штучка была, она лежала вот так, чтобы можно было спокойно достать. Но я его перевернула, чтобы ничего не видеть, поэтому, ну, а так вот, очень красиво, такая как атласная ленточка. Очень красиво, пока вот так оставим. Вот, посмотрим фотобук. Так. Фотобук такой небольшой тоже, красивенький. Так, а еще вот такая штучка. Так, ну ладно, тоже посмотрим попозже. Вот. Такая маленькая фотография. Могу поближе вам посмотреть. Это из клипа. Маленькие фотографии. Знаете, такой весь фотобук в таких фотографиях, да? Но не знаю, что нет. Хотя да. Маленькая и большая. Ну, хотя бы, знаете, не пустая страничка, это уже очень хорошо. Так, текст песни. Заглавки. Очень красивые фотографии будут, поэтому... Да, очень красивые, тоже из клипа, тоже как концепт фото к видео. Практически, по-моему, тут много концептов будет, но они все равно идут из видео. Ну, я говорила уже, что мне очень понравился их камбэк. Мне понравилась песня, мне понравилось видео, мне понравился в целом сам альбом. Да, наверное, это не то, что ждали от Мамаму. В основном, знаете, обычно у них такие ритмичные, танцевальные. Ой, вообще красиво. Знаете, вот так вот, как открыточки такие. Как открытки, которые отправляются там кому-то. Кому-то пишешь письмо и открыточку отправляешь. Очень классно.
Платье красивое, охуенно. Да. Ну, в принципе, там так тоже неплохо, когда несколько фотографий. Но я люблю, когда прям свесь листочек лучше, чем несколько мелких. Лучше пусть крупные будут. Хотя фотобук и так толстый, невидимо уже не знали, как туда вместить. Я поняла теперь. Вот эти маленькие фотографии, они отделяют концепты. Там был такой концепт, и все в лесу. Сейчас будет вот такой концепт, и здесь такая маленькая. Все понятно теперь, для чего эти мелкие. А что это другой концепт? Ну, это тоже из видео, конечно, я видела соло в этом, но странно, конечно, здесь, да, здесь вот такая картиночка, а здесь уже дальше пошло совсем другое. Очень странно. Вот. Поэтому я понимаю, что ждали многие там какую-то ритмичную более песню и так далее, но не знаю, мне кажется, должен быть у исполнителей, у групп и такие песни, такие альбомы, да, то есть они со смыслом. Я почитала лирику всех песен. А, ну это да, это каждая, где снималась. Классно, конечно, наряд у Менбель тоже. Я на мосту, вот это вот очень классно смотрится. Вообще клип красивый. Я такие клипы люблю. Я вообще такие песни люблю. Я почитала лирику всех песен, потому что вот когда такие медленные, я, естественно, хочу почитать. Вот тоже красивое платье. Вообще красивые у них наряды. Очень красивые сцены. Ну, еще разноцветный у них тут лак. Поэтому лирика, кто не читал, кто вообще не слушал этот альбом, да, кто клип не смотрел. Хотя я думаю, если вы смотрите эту распаковку, то, естественно, вы уже все посмотрели и послушали. Я надеюсь, вам тоже понравилось, как и мне. Я не знаю, почему так отнеслись к этому камбэку некоторые. Потому что, не знаю, мне кажется, реально такие песни нужны. Да, то есть не все танцевать, плясать, веселиться. Такие глубокие песни, да, и они реально спрашивают, где мы сейчас. То есть они рассуждают, они вместе уже, по-моему, они с 14 года, да. То есть, по-моему, в 14 году они дебютировали, если я, конечно, не путаю. Но, по-моему, да, да, в 14. Вот, и они уже столько лет вместе, 7 лет, и, естественно, ну, им хочется и такое выпустить. Тем более, у них такие потрясающие голоса. Я когда услышала, как там соло запела, я такая, о, вау. Побольше надо таких песен делать, реально. Я, конечно, слышала и такие сольные песни, и вот как раз, когда она сидела на диване и запела после Хосы, да, я вообще такая думаю, боже, ну и голос у нее, обалдеть. У них вообще обалденные голоса. Девчонкам нужны такие песни? Я не знаю. Ладно, не будем обращать внимания на тех, кому не понравилось. Мне понравилось, и все, точка. Мне понравились все песни, все тексты потрясные, они, не знаю, по тексту. Я могу сравнить это вот, как, знаете, у BTS песня Spring Day. Я считаю, это одна из лучших песен по тексту. Я считаю, даже самая лучшая песня BTS по лирике, по тексту. Вот. Я когда прочитала, я... Ну, то есть я все читала их тексты, но вот Spring Day, конечно, она реально со смыслом такая вот прям очень глубокая. И вот здесь все 4 песни в альбоме, они такие же глубокие, со смыслом. Ой, ну вот эти тоже локации классные. У Мунбёль, как она там на автобусе. У Хвин вот это, как она лежит. Тут книжки какие-то или что-то. Тоже очень классно вот это вот. Очень красивое. Мне понравилось. Кстати, да, я еще про Хвин тоже слышала, что она, да, вроде контракт не продлила или что-то, да, и то есть она будет теперь где-то в другом месте заниматься сольно, но оставаться в Мамаму. А то я не представляю эту группу только втроем. Мне кажется, уж как-то вот 4-4 девчонки, и они так все, не знаю, они как группа, вот, прям идеальны вместе. И в конце, как они ели мороженое. Да. Ну, очень красивый фотобук, да. Я такие люблю. И в последнее время мне прям вот
очень часто попадались фотобуки именно вот такие красивые. О, еще концепт. Класс. Я хочу карточки, чтобы мне попались солы и хвосты. Потому что если мне попадутся снова Мунбёль и Хвиин, это будет очень смешно. Я не знаю. Я хочу вот этих двух девчонок, потому что у меня их карточек вообще нет. Сольной я не считаю. Я имею в виду именно группу. Вот. То, что мне попался диск Хвиин, я так и не договорила. Ну, я... В принципе, я так и ждала. Я так и ждала, потому что... Сейчас, я думаю, попадутся карточки Мунбёль и Хвиин. Вот прям, я не знаю, ждите. Я думаю, да. Ой, такие мелкие тут рисуночки. Ну, это надо, да, все рассматривать. Все вот эти. А, тут просто. Это же в этом. В трейлере. Нет, это не в трейлере. Это у них автобус же, да, какой-то. Или трейлер? Кстати, мне кажется, трейлер. А, да, трейлер. А я автобус называю. Это не автобус, это трейлер. В общем, класс. Не знаю, почаще бы были камбэки у Мамаму. А тоже такие редкие у них. Тоже очень редко. Я жду их следующий камбэк. Ну, фотобук крутой. И все. И все. Ой, сзади обложечка классная. И название альбомчика. Очень крутое. Фоточка классная. Да нет, очень классный фотобук. Мне нравится. Ну, нет, я говорю, что концепт фото из... Все из видео. Вообще вот нету такого, что, да, это все из видео. Но раз видео потрясающее, мне такое нравится. Естественно, и от фотобука я тоже в восторге. Прям тоже услада для глаз, можно так назвать. Ладненько, поехали дальше. Дальше у нас вот такая вот штучка, тоже рука и тоже название альбома с вопросом. А, нет, это, кстати, название песни. И теперь с цветочком. Угу, тут фотография и скорее... А, это послание, потому что от кого? Соло. И все написано тут от руки, и тут еще на английский все, то есть на корейском от руки, а на английском перевод идет, догадывайся. А на корейском, ой, на английском идет уже напечатанное. Ой, вот я уехала. Дальше у нас идет Мунбёль. И такие почерки интересные. Так, на английском. Да. Но так мелко на английском. Мам, ту, мам, 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 му. И тут буква А потерялась или что? А может это специально так? Ну ладно. Так, дальше у нас идет Хвиин. Тоже тут на английском все. Классно, мне нравятся такие вот, когда делают отдельными книжечками, когда вот так все написано, фоточка рядом, от кого что. Так, ну и хвоста. Тоже тут на английском. Я надеюсь, все будет видно, и если что, сможете прочитать. И общая. Нет, эта книжечка тоже классная. Такие в конце, когда не мороженое. Сразу захотелось мороженого. Каждый раз, когда смотрю их клип, а я смотрела очень много раз уже, вот. Всегда хочется мороженого. Да. Так, давайте посмотрим диафильм. О. Вот, слушайте, мне кажется, вот этот диафильм, он попадается всем. Сколько бы я ни смотрела, их там 4 диафильма. И вот мне кажется, что вот этот попадается реально вообще очень многим. Вот такой. Хотя я не против его. Тоже, мне кажется, очень красивый. Здесь что написано? Здесь что-то еще написано. Вот, в принципе, классно сделали такую штучку под него. Но мне кажется, что да, вот он выпадает прям очень часто, я его видела. Или не его. Надо будет посмотреть. Так, ну ладненько. Давайте теперь посмотрим карточки.
Мне кажется, карточки, вот я как тоже смотрела, они все практически одинаковые, и мне тоже кажется, что вот прям мне выпадут тоже такие, ну, все одни и те же. Ой, тут какое-то все. Что такое вообще? Она какая-то, слушайте, она какая-то, не знаю, не дефектная, но она очень странная. Тут какая-то, посмотрите, да? Тут что-то помято или какое-то. Тут все. Она только. Она обрезана, вот честно скажу, она ужасно обрезана. Она просто, я. А, посмотрите, она еще какая, она мятая. Я не знаю, то ли от диска, то ли от чего-то. То есть, вот смотрите, вот видите, вот, да. Вот так я могу вам показать. Ну, зашибись. Че, дефектная карточка, супер вообще. Я не знаю, кто сейчас попадется. Ну, как бы да. Ну, я ждала, это Queen, да. Я вообще, ну, как бы, да. Я же говорю, следующая вот Монбель по-любому. Мне на них везет, мне только они попадаются, больше никто. Посмотрите, как она обрезана ужасно. Короче, это ужасная карточка. Просто. Я не знаю, как ее обрезали. Ее, видимо, заживало или что-то. Посмотрите. Вот, видите? Вот оно все прям. То есть вот здесь вот идет теперь, и вот тут вот все прям. То есть, ну... Я не знаю, какая вторая будет, но она, видимо, так отпечаталась от чего-то. Но хотя она лежала в фотобуке. То есть это получается при печати, скорее всего. Ну, не знаю, я расстроена. Ну, блин, вообще. Ну, давайте вторую посмотрим. Я думала, что здесь, наверное, скорее всего, Монбель. Хотя не знаю. А нет, эти хвоста. Ну, я рада-рада. Правда, блин, у меня опять нету солы ни одной. Почему она мне не попадается? Это очень странно. Ой, ну так, тут, по-моему, карточка. Тут хорошая карточка, да. Тут хорошая. Ну, такая, ну, нет, нормальная, нормально. Тут, по крайней мере, ничего такого ужасного, как вот на этой карточке, да. То есть вот это вот все такое прям. Вот можно даже вот так посмотреть. То есть вот оно прям вот вниз вот так вот сделалось, да, вот. Видно, мне кажется. Короче, не знаю... В этой карточке разочаровалась. Ну, карточки красивые. Мне так хочется, знаете, вот это вот... Ой, это вот не вот так. Нет. Я думала вот так. Карточки красивые. Мне очень нравятся задники. Я знаю, что их 12 рандомных карточек. Если сделать вот их всех собрать, то получится вот такая картиночка, где они вверху, по-моему, идет название альбома. Буковка М, по-моему. И вот все 4 девчонки идут вот, да, то есть по полю. То есть класс. Если вот все 12 собрать, вот такая картиночка, очень красивая. Карточки красивые, они все потрясающие. А мне Queen реально попадается в каждом альбоме. Но, наконец-то, мне еще попалась в альбоме, кроме своего сольного, да, мне попалась хвоста. Я очень рада. Нет, я рада, девчонка. Ой, ну, в общем, вот так вышло. Такой диафильм. Такие карточки. Не, я рада все равно. Я очень ждала этот альбом, ждала эту, когда же я распакую все это, посмотрю, какие карточки. Но, в принципе, да, я очень рада. Так, Queen мне, кстати, в каждом альбоме. Угу. Окей. Значит, во всех альбомах, если в старых какие куплю, везде будет Queen. Угу. Ну, ладно. Ну, на этом все. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, покупали альбом, не покупали, кто вам попался, мне очень интересно. Я не знаю, почему такая карточка. Что по качеству у вас было? Все остальное вроде нормально, да, а вот эта карточка, я не знаю, видимо, при печати реально что-то нарушили, не знаю. Блин, у всех вроде нормальные были, я смотрела. Видимо, и так мне просто повезло. Ну, ладно. Чего уж, теперь ничего не поделаешь. Ну, а мы с вами прощаемся. До нового видео, до новых встреч. Слушайте, я распаковала одну версию альбома, и я думаю, опять это будет все долго. Не знаю, почему я так долго распаковываю. Но я надеюсь, вам нравится. До новых встреч. Всем удачи. Пока.